Хейл, гайз, с вами Шумики, мы продолжаем Reddit по названию Bugs Bunny Last Time. Как вы помните, да, я сказал, что мы начнем с пиратской, однако я вспомнил, что я получил вентиль. И то, что я могу сюда тоже теперь попадать. Что это значит за дудение? Что я должен сделать? Типа я должен все метла опустить? Ну, я это сделал. Странно, вот пока что еще не ясно, что мне нужно сделать. Однако я знаю, что мы можем сейчас с вами быстренько добраться до места, где у нас вентилятор. А если бы точнее, так кажется, вот он. И мне, наверное, я там смогу поднять. Так. Во, флаг. Все, а теперь мы с вами, походу, должны вернуться с флагом. Вернуться будет быстрее, только мне кажется, мне сейчас это все равно собьет. Нет. Во. А дальше я могу зайти? Нет, увы. И нам осталось только найти бочки, ну, коробки и одни часики. Ну, понятно, что часики находятся за коробками. А, тогда мы, кажется, 9 коробок с вами сломали, да? Поэтому идем за коробками. Хотя быстрее мы уже отправляемся к пиратам. Манать я глупо, мне же теперь все заново нужно бежать обратно, потому что ведь сзади у нас то, что мне нужно. А именно коробки. Прикиньте, я пошел на выход. Потом я помнил, что там и коробки нет. Мне пришлось обратно возвращаться к ведьме. Ну, пиздец. Все, последние часы мы нашли. Вот, готово. Отправляемся в путь красных пиратов. Так, все, короче, дошел снова до этого места. Ну, давайте, сезам, откройся. Тут должно быть одни часики и 6 морковок. Да, они, походу, все здесь. Все? Да, все. Идем, значит, далее. Так, подождите, а теперь у меня вопрос. А куда мне идти? Давайте начнем тогда с каменного века и будем по кругу смотреть уровни, куда я еще могу вообще пойти. Опа. Волшебные цаки. Часы, нихера. Ну, погнали. Это последние у меня остались. Чудеса акробатики. Иди, 7 таких предметов, чтобы получить часы. Хорошо. Вы его слышали? 7. 7 и не больше. Подожди, это ж... Эй! Это же тот же уровень, во что мы играли, алло. Только тогда было утро. Лол. Дам, пидибидидим, пидибидидам. Эй, ну черт, ну не падай же ты, кролик. Хорошо. Не, если это тот же самый уровень, ребят, мы с вами его проходили, поэтому я знаю, куда идти. Я только немножко не понял, почему мы в один и тот же играем. Ну да, окей, немножечко поменяли здесь что-то. Добавили там побег от динозавра, допустим. Или что-то типа таком духе. Классно.
это было. А, нет, смотрите, здесь теперь эти скорпиончики. Хотя это тут остался. Он мне мешает! Стоп. Показалось. Ну, в принципе, я тут все места видел, куда мы могли бы спрятать, поэтому... Опля! Найс, найс, найс. Ладно, успею. Я постоянно, блин, кнопку кувырка путаю с действием. Так, забрать часики. Отлично. Хорошо. Хром-хром. Там пидибидидим пидибидидам. А, там часы были. Там пидибидидим пидибидидам. Окей. Так, я просто посмотрю, тут ничего нету. Ничего. Ладно, прыгаем вниз. Хотя, лучше их убивать. Вдруг из них... Хоть из кого-то выпадет то, что мне надо. А мне что надо? Морковка. Я просто на батут не попал. Я уже забыл про эти. Сколько их? 5 штук надо. Вон золото, морковь, янка. Я могу от этого запрыгнуть наверх. Главное слово «мог бы». Да? Или «могу». Я понял. Могу. Да, попробуй. Я бы туда все равно попал. Вон оно что. Сейчас динозаврик поест, наклонится, а мы его залезем на него. Оп. 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 Подожди, а где еще, я помню, можно было упасть вниз? Ямка, о которой я вам говорил.
Дам-пи-ди-би-ди-дим-пи-ди-би-ди-дам. Успел. Отлично. Отлично. Изи. Ух, нихера еще морковок. А, тут, я думал, тут там смерть. Эй! Так, тихо. Эй! Готово. Отлично. Так, отодвигаем. Проходим. Вы здесь, кажется. Помню, что где-то здесь. Опля! Но где? Точно я не вспомню. Помню, что где-то здесь поблизости. Что-то типа вот такого вот прохода было, и там можно было спрыгнуть вниз. Но я не вижу, куда здесь можно спрыгнуть. Ой, ладно. Тихо, лезь вот это. Я успел! Алло! Ну ладно. Успел я, короче, сюда забежать, сломать. Дам-пи-ди-би-ди-дим-пи-ди-би-ди-дам. Так, давайте сделаем таким образом. Я сейчас здесь остановлюсь. Ага. Хорошо. Все равно я здесь по факту сохранился, так ведь? Сейчас я этого одолею. Просто о чем я сейчас подумал? Я могу как бы вернуться все равно обратно. И там, где я секрет последнего нашел для... Я понял. Нихера не понял. Дам пидибидидим пидибидидам. Единственное, что понял, что здесь еще осталась коробка. А, тут часы. Ясно. Готово. Морковьянку. Часы. Морковочка. Морковочка. Часы. Гениально.
упаковочка. Походу там ничего больше нету. Мне надо было смотреть, ладно. Сам виноват. Достаточно. Серьезно? Да ладно. А, он спит здесь. А я-то думаю, почему оно на меня напало? Гениально! Нет-нет. Нет-нет. Так. Ах! Но оно спит. Смотрите, о чем я говорю, сколько у нас? Часов, видите, нету одних. Поэтому я иду за ними, где-то их искать, поэтому ждите. Вот, бля, я думал, монатий не мог вернуться обратно. Потом я смотрю, здесь это дерево, решил посмотреть, и да, это здесь вот этот спуск. Все, последние часы мы нашли, все мы нашли. Вздыхаем, а я иду к финишу. Я дошел. Молодец, если меня сейчас бы еще птица споймала в этот момент. Я бы офигел. Гравица поесть, машина летит. И прошел этот уровень. Морковная фабрика. И тут мне еще открылся. Шахтерские проделки. Дай-ка я сохраню твои победы. Не надо. Ага, куча тланин. Окей. Осталось вообще немножечко. Давайте пиратский век. А где еще морковку не взял? Сколько? Сейчас и 10 золотых. Ни хрена. Ай. За кооперативную квартиру не заплачено, а ты тут мозги пудришь. Плохо кончится, родной. Дикари, плакать хочется. Найди 10 таких предметов, чтобы получить часы. Окей. Ну что, я думаю, это еще на одну серию выйдет. Так, там у нас ничего. Тут я тону. Хорошо. Гуджок! Гуджок! Ага. Там... Серьезно. Эй, факел, подними предмет клавишей действия. А что, если он не используется?
Хотя бы звука вот этого нету. А теперь мне сюда нужно принести. Я понял. Принести три. Почему он не взял? Бери. А теперь с вот этой херней мне нужно паркурить. Подожди, а могу я просто ее взять? Не могу. Ладно, это на самом деле не так уж сложно. Можно не показывать? А что будет, если я все четыре принесу? Вот я хочу принести все четыре. Скажи, а у нас только три. Ну да, их тут всего лишь три. Не надо мне показывать постоянно одно и то же. У меня время не бесконечное. Хотя в другом... А, там, скорее всего, финал. Да, хорошо. Это мы сделали. Только что я от этого за это получаю. Опасно. Заброшенная шахта. Не входить. Ага, мне нужно что сломать, чтобы туда попасть. Чао. Челик решил просто поплавать и решил... Я просто взорвал. Ну ладно. О да, как я и хотел, чтобы теперь был постоянно звук этот. Веревку. А мне нужно будет угадать, в каком он сундуке. В чем сложность? Окей, мы открыли ворота. Теперь я могу посмотреть, что в сундуке. Здесь ничего. Нельзя еще забывать про то, что у нас с вами нужно ящики ломать. Ну я потому что задел головой. А там бочка должна быть? Давайте на бочку и сяду. Вот эту вот.
Я прыгнул на бочку. А, теперь оно прыгнуло. Допустим. Часики. Там и ничего, что не пустили, я надеюсь. Ну блин, тут херня в том, что здесь очень много морковки надо использовать. Очень много. На самом деле все так задумывалось. На самом деле мне нужно было просто это отнести. Буду метать. Ну, отнести вот сюда. Отнесу просто сразу две туда. А ну-ка, я могу друг на друг? Не могу, ладно. Сколько ж мне еще игр будет впереди? Ну, не таких долгих, потому что это... Я столько времени трачу, чтобы пройти просто вот эти уровни. Если бы вы понимали бы. Я уже должен за это время был заснять видео 15-20. А-а-а. Главное вовремя прыгать. Я не знаю, что мне за это дадут, но, наверное, что-то дадут. В смысле? Только не... Тут еще наклоняться можно. А вот это я запомню. А зачем мне туда? А, ну автоматически едет. И я долго не могу так сидеть, я понял. Буду знать. Зараза. Ладно, это мы уже прошли. Так, теперь мы типа меняем, да? Не, стойте, это друг. А, нет, это тоже. А-а-а, все, я врубился. То есть я мог бы не переключать этот, и он бы нормально поехал. Я понял. Вот, смотрите, и мы сейчас не переключаем, и мы просто... Манать, я вовремя прыгнул. Ха-ха.
Все забираем. Все, что плохо держится, забираем. Чисто по катушке на тележке. А я не знаю, было бы это хорошая идея или это плохая идея. Это хорошая была идея, да? Надеюсь, в тех горшках не прячется морковка. Мана здесь приключений. Главное вовремя прыгать. Хорошо, теперь мы вообще с вами не прыгаем. Ну, я имею в виду, не цепляем знаки. Отмена. Ау. Надо было еще медленнее это делать. Не знаю, мне нравится. Ты едешь, просто собираешь морковочки, да и все. Ёлки-палки, я один поворот упустил. Я в этом не виноват. Я уже не... Я не смогу вернуться обратно туда. Ладно, давайте, да. Да пройдем это. Блин, просто... Я не... Я еще упустил. Я специально сейчас попытаюсь сдохнуть. Посмотрим, где буду. А, ясно. Я еще упустил одну. Прикольно. Я немного расстроен то, что я сейчас лоханулся. Откуда я мог знать, что там нужно еще было резкий прыжок делать? Мне не говорили то, что мне нужно поворачивать. Ладно, да пройду уровень, перепройду потом заново. А что мне еще остается делать? А, да, но ты забыл кое-что подобрать. Я знаю. Да. Давай-ка я сохраню твои победы. Давай сохраним. И на этом мы, в принципе, заканчиваем. Спасибо, Чатланин. Поэтому сейчас я посмотрю, сколько у меня с... А где коробку упустил? Две золотые морковки я видел где. А коробку я не видел.
Ладно, давайте. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.